Пацаны, социалите чё? Вообще охуительно сегодня играем, мужики. Я вам сразу говорю. Мы сегодня делаем контент. За тех, кто будет с никами запрещенными вылазить, сука, в бан вас всех сразу моментально. Потому что я скорешился с администрацией проекта, бля, держу в курсе. Еще я познакомился с каким-то Людмилой. Я не помню, как его зовут. Людмила. Прям на спавне я познакомился с ним. Он мне на мобилу какую-то хуйню выписывает и, короче, задонатил мне, потому что, короче, какие-то позитивные энергии он мне задонатил. Ему 6 лет было. Я говорю, все, давай, пока, типа, меня мама спать гонит. И я думаю, ну его в пизду, типа. А то это уже странно, когда тебе ребенок что-то выписывает. Не смотрите на мой прикидон, я задонатил сюда полтора куска. Я какая-то собака ебаная на каблуках с людскими ушами, типа, все норм. Тут какая-то хуйня происходит. Я вам сразу говорю, тут своя атмосфера. Когда я сказал, что я Никита и мне 16, все сказали, иди отсюда. MW. Короче, я показываю, это мой Lamborghini Aventador, между прочим, пока что не втюненный, ну, я немножечко поиграл, да, так сказать. То есть, ну, это, я еще, кстати, визу себе сделал. В Египет, да, по-моему? Я сейчас, кстати, поеду в Египет, затем вернусь, погодите. А ты так ездить можешь? Ну, я вот в Египет уже приехал, что-то, 5 секунд прошло. Что-то я тут один, вы купили билеты в Египет? Нет, мы нихуя не покупали. Я же говорил, купите визы, бля, в Египет. Тут какая-то мини-игра ебаная, надо змее, блядь, в рот напихивать, что ли, или что? Ты заработал 1 балл. Я так, короче, ладно, все, съебывайся отсюда. Значит, тут какие-то мероприятия, и мне понравилось в клубе, я пойду в клуб. Пошли в клуб. Пойдем в клуб. Я сейчас за диджея встану, потому что я в наушниках. Пошли. Так, вот тут уже какие-то мужики серьезные. Сейчас я буду разъебывать танцпол. Я буду ебашить электро, пацаны. Басуху выкручиваем. Опа. А, ты диджей? Тихо, да. Слышь, мое музло? Да. Нереально, блядь. Чё-то звук какой-то выпердыш был. Вот это зло долбит нормально. Пацаны, потому что я диджей. Там кто-то идиот тебе написал. Как только кто-то пришел, сразу пишите жопа в чат тут. Сосу членику типа ник. Анька 3300. Бля, ну что-то... Ванёк 20102. Настройся на эту энергию. Давай, давай, двигай телом от души. Так, мое время пришло. Я съебался в свой домик. Да, я съебался. Погнали поиграем вот в эту на снежной горе. Куда мы идем? Справа сразу? Направо, направо. Давай, направо. Давай, 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 бегом, 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 бегом. Нажал! Да. Хочешь, да, покататься? Да, да, да. Все, давай, Миш, заходи, все, погнали. Вместе. Так, короче, на ледянках нужно кататься. А, блядь, я, сука, словил ляпку. Блядь! Говно, сука, ёба. Ну не прыгает вообще. Да я все уже собрал. Да блядь, сука, блядь! Миша! Оно не прыгает! Блядь, слышь, ты заебал в этом шарарами выигрывать, да? Блядь! Ёпта! О, о, тихо, траектория, заебись! Кажись, обгоню сейчас долбоба этого. Алло, ты заебал, ты первый приезжать! Уже приехали? Бля, я падаю, я не могу подпрыгнуть! Пойдем вниз, драконий, вот это вот, ледянка. Давай, давай, давай! Давай, заходи, погнали. Я зашел! У меня экран сломался, у меня экран почему-то черный стал. Тут отродясь столько игроков не было, бля, ёба. Ебать! Ждем смешарика, ожидание готовности. Солевой, давай, блядь, заходи быстрее. Уехали, солевой, да. Биг. Слышь, походу сервера легли. Ожидание готовности. И вот и поиграли. Солевой биг. Блядь, я вышел вообще из шарарама. Там кнопка выйти, это выйти из профиля. Я один еду, заебись! А, ты едешь? Пацаны, я поехал, блядь, все норм. Сейчас гонка самим собой. Такие игры долбоебские вообще, боже. Так, походу я топ-1 сейчас буду, слышишь? Я тут вообще разъебываю нихуя. Тут модераторы, наверное, бля, в кристалликах зарплату получают. В рубинах попрошу. Я приехал, но ничего не вылезло, слышишь? На меня лосяш ебаный смотрит и... Нет, сервера не упали, я перезашел нормально. Пойдем в другое место, сука, твою мать. Ебать, она виснет вся, это пиздец. Автодром, погнали в автодром. Там сейчас только поедем. Нету совместных игр, блядь. Ничего, сейчас вместе запустим. И мужики, куда? Болеть будете, не блядь? С эдвейсером аккаунт вкачанный. Я гигантский! А чё он такой большой, блядь? Леонардо Икс. Это какой-то жесткий смешарик, слышишь? Заходите в гонку. Заправляем нахуй машину. Поехали, бля, ребята. Сейчас будет жестко. Меня забрали инопланетяне, нахуй. Это что? Помните, на Сеге такая игра была, бля? Вот пиздец, один в один. Я причем не могу их обогнать вообще никак. Они как-то ебнуто едут. А, бля, колеса это ускорение, найс, я въебался. Заебись, лечу, слышите? Я гоню быстро.
Вот это, ребят, картинг ждали. Я не понимаю, почему мне так это, как доезжать до каких-то конкретно локаций. Но вот даже, даже для 2006 года эта игра говно, бля, я вам так скажу. Не, вообще для 2006 года это пиздец, какая игруха была. Я не знаю, как можно было в это играть. Вы все свои аккаунты повосстанавливали или что? Мне интересно, слышь, а как донатили в 2006 году? Ебать, тут трансформер ходит! Чё? А, да-да-да, трансформер, брат. Так, у меня чего? Закончилось топливо. Погоди, чего? Какой трансформер? Тут трансформер сложился в машину. Оп, разлаживается. Я завис, да все зависли, дядька. Тука. Помидолами! Кидаем Дрейка помидолами! А где Дрейк? Блядь! У меня два помидора. У меня помидора нет, надо Копатыча найти. Где Копатыч? Меня инопланетяне забрали, найс. Меня тоже. А, нет, стоп, погоди. Это меня, блядь! В кого ты превратился? Где Копатыч? Сука. Блядь, я рыба. Я рыба. Может, в аттракционы пойдем? Можно. Бля, ебать, тут народа до меня было. Пошли наверх туда, слышь? Заходи. Футбол! Ты против меня, ебанутый. Заходи. Целевой биг против нас. Я не успел. А, все, блядь, не успел. А почему? О, комментатор! Погнал! Пошел! Выбивай нахуй! Пиздец. Давай голому нахуй! Хорош! Хорош! Забивай, брат! Давай! Сюда! А что вы осуждаете? Блять, нам выбили, слышишь? Блять! Танго! Нормально, нормально, выбили, блядь. Давай. Пацаны, что это за язык разговаривает? Я не знаю. Да бей гол! Давай, блядь! Да забивай, Рональдо! Это новая FIFA, блядь, или что? Да на ворота встаньте, блядь! Да пиздец какой-то, Дрейк, ты можешь ворота ебнуть? FIFA. Блядь! Есть! Выбил! Давай! Направо, пацан! Давай, выбивай! Ебать, да куда ты бьешь? Куда ты выбил? Мы вдвоем нахуй не можем, блядь, втроем против двоих. Нормально. Давай, наваливай. Это пиздец какой-то. Невозможно, блядь, он с лагами выиграл. Сюда! Давай на головку! Что? Блять, да он заебал, он лагать, сука! Нет! Да не, это странно, блядь, слышишь? Читами, чел. Давай, блядь! Давай! Да блядь! Да! Как? Нихуя он с угла, блядь, туда! Давай! На нахуй! Погоди! Да! Лагает, ничего не лагает! Я заработал! Все, отлично, выиграли! Блядь, пиздец тут! Так, короче, я иду в другую локацию. Давай пойдем в волшебный сад. Там что-то есть? Поединок магов каких-то, слышишь? И, так, блядь, слышите, погодите, я играю с Никденом. Я, блядь, тыкаю в поле. Это морской бой, что ли? Да, здоровый. Или что-то надо наискосок, видимо. Это, сука, крестики надо? Пять в ряд пять нужно. Давайте он меня перекрывает жестко. А ему только 8 лет, вон, прикинь. ЧЕГО?! Он меня переиграл! Так, еще раз. Сука, можно бан этому уёбку, который не спит в рассвет? Никден, давай, блядь, мы с тобой вдвоем будем, видимо, играть. Погнали. Сука, он читает мои ходы наперед. Вон, ты опять пробуешь, да? Нет. Ха-ха. Сюда! Не, он не спалит. Моя выигрышная позиция сейчас. Если... Да, победа! С экран скрой. Да, скрой сразу. Переиграл. Экран скрой, блядь. Да, мова. Сейчас вскрыл. Там осужденку пиздячат, типа. Пиздец, это вообще что тут происходит, блядь? Ты бы сейчас это видел, как там это все писали. Это... Пацаны, тут такой вообще трэш. Я вам говорю, весь экран состоит из тех, что тут все заполнено смехуёчками этими ебаными. И тут просто весь текст хуёчится, вообще просто столько запрещенок. Два медиагиганта каких-то ходят, полкарты нахуй. О, солнце полетело. Пацаны, на счет три пишем в чат хуй. Раз. Давай. Два. Три. Опа, половина перебанила. Ну, хоть за жопу не банят, блядь. Только жопа можно писать, типа, и все. За жопу тоже отвалились. Блядь, люди попадали. Еще на 100 лет банят, всем привет. Там 100 лет, ребят, через 100 лет, если доживете, зайдете, проверите, как там, блядь, дела. Ты чисто говоришь, в американских тюрьмах на пожизненное. Так, смотрите, я вам сейчас экран буду показывать и говорить, куда я съебываю. Я вон показал, куда. Заходите. Пойдем рентген сделаем. Проверяем свое здоровье, блядь. Рентген. Так, я, красотка, скажите. Я жесткая вообще девочка, балдеж. Сейчас получим облучение, блядь. Так, раз, два. Рука больная. Раз, два,
Три. Ушиб руки, все. Так, сердце вижу. У тебя тоже ушиб руки, что ли? Откуда у меня вывих руки-то, блядь? Наложить гипс на руку. Доктор Бинтик. Доктор Бинтик. Руки, блядь. Доктор Бинтик пиздол какой-то ебаный. Ага. Гипс. Да как они находят меня? Здравствуйте, я доктор Бинтик. У вас, по-моему, рука сломана. Ушиб. Здорово, здорово. Всем привет, я доктор Бинтик. Я лечу гонорею гипсом. Всем привет. Так, а чё, съебаться можно куда-то? Блядь, я съебался, слышишь? Я лечу нахуй! Тут какие-то гремлины ебаные. Блять, какая-то еще игра. О! А! Блять! Кто должен это выиграть, блядь? Пиздец, лаги, бля, ебаные! Музло нереальное, я тебе так скажу. Музло такое, от которого трип можно словить жесткий. Плохо пехи, а я, блядь, не настолько еблан, чтоб проигрывать. Бля, я пойду, нет. В чате пишет: Вова, Куш, спасибо за подругу. Я нашел свою первую девушку в шара. Я такой спрашиваю, а как тебя зовут? Она такая, не помню, как она сказала, как ее зовут. Я говорю, сколько тебе лет? Люда, говорит, 14, Люда, блядь. Люда, вот. Люда, 14 Люда. Лет. Нет, это Люда, это было 6 лет. А вот да. Той девчонке, да, 14. Я говорю, мне 16. Она говорит, ого, ты старый. Я такой, чё? В клубе, да, было? Я такой думаю, чего, блядь? А ты типа пиздец, какая взрослая. Нет, вернее, какая молодая. Раз 14 лет, в шарарам ебашишь. Весело, наверное, тут, блядь. Ты старый. Да умри уже, ребят, я не буду умирать. Я да пройду, соберу, блядь, залутаю здесь жесткие, блядь. Чуть не проебал. Ищу парня, жми 5. Я кому... спермоглот, ну типа нет. Да-да-да. Человек пишет, кому больше 10? Ищу парня. Катичил пишет. Бля, ребят, может свой шаррам открыть? Раз люди в этом говно до сих пор играют, может как-то на пассиве делать, пусть мы моху какую-нибудь заебашить. Что, еще левел один? А сколько тут левелов вообще? Последний, да пройду сейчас. А вы откуда знаете, блядь, дети? Сколько тут левелов? Ну мне футбол понравился. Хотя уже заебало, блядь, я не могу нахуй. Так, выходим. Это какой-то, слышишь, профессионал, походу. Смотри, он один со мной тут. Остальные не поняли, как заходить. Привет, гандок. А, блядь, нихуя, он читает будущее, блядь. А откуда ты? Кемерово, нихуя себе, блядь. Чё тут? Ты скажи, пожалуйста, сколько времени ты убил на эту игру? Посмотрите, ребят. Вот он, чел вот этот. Тут, короче, можно переписываться, смотрите. А, вот, да. Тут есть стикеры, и ты их можешь покупать. Сейчас. Куда ты нажал, чтобы переписывать? А-а-а! Что, дура? Блядь, меня забанили! Чел, у меня что-то все перевисло, блядь. А чё меня так забанили жестко? Так, ребят, попробуем перезайти. Это чего такое?! А чё ты мне написал, блядь? Ну хоть на день, блядь. Я тебе лох написал через нолик. А я жопа могу через нолик. Транслитер меня не банит. Это пиздец. Я тоже написал жопа. Я его рот ебал. Я задонатил 1.5 куска сюда, нет, чтобы спасибо, оно меня забанило. А говорят на Твиче, блядь, правила жестокие, ебать. Реально. Не-не-не, мы нашли платформу. За маты банят. Ну конечно, блядь, тут же дети играют, блядь. И что мне делать теперь? Снимать штаны и бегать. Блядь, бан тебе. Попробуй время перевести. Да ладно тебе, бля, время перевести. Прикол? Это сработает. О, смотри. Смотри демку в Дискорде. Отправляй. Блядь! А насколько мне въебали? Как F5? Нажми серверы. А, ну тебя... А за хуй пожёстче забанили? Меня на месяц забанили! Да, тебя на месяц забанили. Слушай, там иерархия, видимо. За лоха банится на день. Ребят, пишите, короче, везде, что братишкина в шарараме забанили. Так, слышь, кто следующий? Давай, включай экран. Иди в домик к себе и включай экран. А как в домик себе зайти? И пиши... Я понимаю, что... Пиши хуй. Давайте что-то умное придумаем. Да не надо. Пиши уёбок. Нормально? Говорю уёбок. Я думаю, это слово, оно не забанен здесь. Нормально? Да, вот тоже нормально. Кстати. Давай. Опа, предупреждение. Шарам. В случае повторного нарушения доступ к игре может быть заблокирован. Ладно, хорошо, звучит как вызов. Администратор, прости, ты пиши гандон. Насколько тебя забанили? Сейчас посмотрим. Ой, тебя меньше забанили, бля. Так, администрация проекта, смешарики ТВ, блядь, или прочее. А почему его 2 дня? Значит, за лоха сколько мне бан дали? На день. У меня на день? За гандон 2, а за... Это 24 дня.
24 дня. За хуй на месяц. Меня на день забанили. А, меня на 2 дня забанили. Я на 2 дня забанили. А это не из-за того, что я донатил, типа, мне день въебали? А, не, меня не на месяц, меня на неделю. Вован, я вообще нихуя не донатил. Ну хуй, да, пожестче, блядь, по иерархии, конечно, пожестче.